Расскажи мне, как живет весна в нашем городе. Я на проводе, и как вообще дела? Расскажи мне откровенно. Как соседи достают ремонтом и ссорами, что автобусы сломались в 7 утра. Да, права ты, несомненно. Тысячи причин позвонить просто так тебе. Мама, здравствуй, мама. Мне необходим, он такой один. Голос твой, только говори. Мама, здравствуй, мама. Расскажу тебе, как мир рискует сгореть дотла. И кто виноват? Нет, мам, я не курю. Высыпаюсь каждой ночью. Как мечтаю улететь на юг, но дела. Как всегда дела, я скоро позвоню. Я скучаю.